Приветствую всех, ребят, вы на канале Недообзор. Чуваки из Чуви прислали мне на Недообзор зарядник автомобильный. Зарядник приходит вот в такой очень даже красивой упаковочке, вот в такой вот коробке. Модель C100, 2 USB порта, 5 вольт, 2,4 ампера. Но если воткнуть два девайса для подзарядки, то эта зарядка выдаст 3,4 ампера. То есть ее максимальная сила тока это 3,4 ампера. А также гарантия на 12 месяцев. Друзья, не думайте, что в Китае нет гарантии. Я уже на собственной шкуре убеждался в том, что в Китае гарантия есть. И очень много раз возвращал товары, если они некачественны. Чуви вроде бы очень качественную продукцию делает. Поэтому давайте просто посмотрим, что здесь в коробке. В коробке лежит вот такая вот капелька, которая говорит нам о том, что продукт проверен. Также, ребят, здесь есть инструкция, как на китайском, так и на английском. Кто как умеет читать, так и читайте. И посмотрим, как упакован сам чарджер. Так, крышечку убираем. Чарджер упакован очень красиво. Как я и сказал, эта упаковка может сойти даже как за подарочную, если кому-то нужен такой вот недорогой подарок. Кстати, цена этой штуки всего лишь $10, около $10, даже меньше, может, 9,5. Сама зарядка выглядит очень качественно, очень добротно. Вот так она выглядит. Металлический корпус, тяжелая такая, 45 грамм весит, 2 USB порта. Вокруг USB портов LED подсветка идет у нас. Сейчас я покажу, как она светит, но, правда, днем, может быть, не очень хорошо будет видно, но, тем не менее, все равно покажу. На зарядке написаны ее характеристики, сколько ампер она выдает. Ну и давайте, ребят, долго не будем тянуть, а сразу же протестим вот эту зарядочку. Для этого я подключил тестер, нагрузку, а также, ну, второй тестовой нагрузки у меня нет, поэтому в роли второй нагрузки у меня будет смартфон Xiaomi Redmi 4 Prime. Кстати, у меня был обзор на этот смартфон, очень классный смартфон, кому интересно будет, посмотрите, нажав на букву И. Вот какое чудо-юдо у меня получилось, давайте это чудо-юдо воткнем в прикурку. Сразу же хочу извиниться за полевые условия, обзор будет, ну, как бы такой, на коленке. Ну что ж, давайте воткнем этот зарядник в прикурку. Втыкаем этот зарядник и смотрим, сколько он выдает. Ну вот это максимальное значение, которое выдает эта зарядка. И если один из USB портов выдает 3,3 ампера, то второй уже выдает 0,4 ампера при хорошем вольтаже. Напомню, что максимальное значение, которое он должен выдавать, это 3,4 ампера на оба USB порта. А он выдает 3,7. Это хороший результат. Вот, кстати, друзья, вы видите, как красиво светится синенькое колечко. В моей машине это, наверное, единственный красиво светящийся элемент будет. Ну и вот, если оставить нагрузку на одном из USB портов, то мы видим, сколько выдает один USB порт. Он выдает 3,3 ампера при 5,3 вольтах. Это хороший результат, потому что Чуви заявляет, что каждый из портов выдает по 2,4 ампера, а он выдает целых 3,3. Это круто. В общем, друзья, вот такая вот зарядка от чуваков из Чуви. Очень добротно выполненная, очень качественная. В Китае тоже производят качественные вещи, поэтому просто не бойтесь покупать в Китае. И не бойтесь возвращать свои товары. Можно открыть диспут, можно выслать товар обратно, можно его сдать по гарантии. Здесь гарантия 12 месяцев. Это, ну, для китайцев, я считаю, что 12 месяцев это хорошо. И, друзья, хочу напомнить, что эта штука стоит $10, но с помощью скидки, которая будет в описании под видео, вы можете вернуть 6,5% себе обратно на кошелек. Кому интересно, регистрируйтесь, покупайте, не тормозите с кэшбэком, это действительно выгодно. И, друзья, помните о моем каждороликовом конкурсе. У меня в каждом видеоролике конкурс. Сегодня я разыгрываю $2 на любой товар с AliExpress. Условия в описании под видео. Ну и все, друзья, с вами был Женя, как всегда. Всем удачи, всем пока!